Хей, йога, с вами Шимики, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands Resequel. Так, как я и говорил, мы с вами сейчас быстро, сейчас прогрузится, все отлагает. Прости, Оскар. Я должен был это сделать. Создаю машину, трансформирую. А замечу, что повторно мне не кидают что-то эти. Так, ладно, как договаривались. Сначала мы прём сюда. Только вход нужно найти. Я думаю, давайте не так пойдем по встречам, а пойдем через нижний туннель. Или это один и тот же? Да, в принципе. Хотя ладно, побежали через центральный. Там, походу, херня это вылетела. Нора Чундера. Ну нихера себе. Тихо. Я тебя понял, дружок. Опасная херь. Что-то они слишком хпшные. Очень хпшные. Надеюсь, я здесь не подохну. Как не знаю кто. Рейтинг безбашенности 5. Так, ну там точно можно как-то войти. Сейчас будем искать вход. Не, я пойду, блин, только я могу сдохнуть из-за того, что у меня хп не очень так уж много. В смысле, там что, нету входа мне? Через верх. Так, я не вижу тогда, куда идти. Но снизу ничего нету. Блин, там какие-то херни есть. Но я их так не достану. Чувствую, мне сюда рано. Я тут подохну. Там есть кислородная зона. Блин, то что рели как-то... Стрёмно идти так. Да, ребят, походу сюда еще рано идти. Ну нафиг. Полетели отсюда. Полетели. Ну, в принципе, мы можем отправиться с вами в другую локацию. Так, жетончики. Два жетончика. У нас урона стрельбы. Понятное дело. Потратить задержка заряда, урон в ближнем бою, урон от гранаты, емкость щита, скорость зарядки щита. Емкость щита. Так, садимся и тогда поехали выполнять другую миссию. Сюда. Блин, я не знаю вот, на самом деле. А вернусь я потом оттуда или нет? Мне вот интересно. Ладно, погнали. Той миссии. Где она? Я ее выделил.
готово. Ага, здесь тупик. Держу в курсе, тут тупик. А, подождите, я ж по лаве могу плавать. А, это раскаленная, да, кажется, лава? Да, она меня убьет. Ну откуда вы беретесь, блин? Хера вы вообще отсюда вылазите? Еще один. Еще один. Хер с горы. Так, а давайте, может, я там проеду до конца. Мне кажется, с лазерами было бы интересней. Ага, это тоже поездочка в один конец. Ладненько, тогда здесь. Починка стенота. Слушайте, я так смотрю на что-то очень огромное, ну, по внешнему виду. Может, блин, я не знаю, может пойдем чисто по сюжету, а потом уже доп. Миссии будем выполнять. Блин, не знаю, не знаю. Источник Фантона освобожден, освобожденный, что место Зерка, который все завалит няшки. Правда, он очень милое название, горизонт опасности. Их арена обитания скорости совсем загадывает, так как приводится большим корпорациям. Мы должны энергетические катастрофу. А время? Так раньше еще до раскола здесь было. Так, тут машины нету, да? Слишком много говорит. Так, походу здесь не очень большая локация, наверное, здесь одно место, поэтому пойдем. Буду знать. Здорово, из себя достаточно просто звук ломающих костей. Что она довольно жестокая какая-то. Да, сейчас мы зайдем внутрь. Дробовик немного слабоватый. Взрывной вот этот. Хотя я впритык стрелял в тех врагов. Энн Свон, уборщица из комнаты Непылинки. Предочная корпорация Дали. Их видели бы немного мама. Но правда, денег мало не бывает. Все их хуже, а бесплатного обслуживания во вселенной не так уж много. Поэтому я убираю за сотрудниками Дали. И это дает мне доступ к самым свежим... летним. Это даже лучше, чем книжки читать. Но здесь кое-кто есть. Я чувствую его взгляд. За мной следят. Так, хорошо. Смотрим, что у нас сверху. Сверху у нас деньги, патроны для снайперки. Там место довольно небольшое. Ой-ой-ой, все, налетели. Мысли. Че, офигел?
А, может человек просто танцует, ладно. Там можно было куда-то пройти. Так, да, там куда-то есть проход. А ну-ка, кто по карте? Неужели одна из пасхалок? Так, там что-то да есть. Да. Это пасхалка, походу. А, оружие в камне. Эскалибум. Так, довольна ли у тебя безбашенность? Не безбашенность нужно было вкачивать. Так, давайте я, чтобы мог потом отсюда выбраться. Мне безбашенность да нужна. Блин, не могу достать меч с камня. Ну, то есть, оружие с камня. Да, эта пасхалка относит нас к Эскалибру, Святому Мечу Грааля. Я, кажется, не то сказал, да? Грааль это, кажется, вообще из Индиана Джонса. Или нет? До свидания, до свидания. Ух ты, у тебя лазерное оружие, чел. Так, модификация гранат, отлично. Сучка. Где ты там прячешься? Конечно, с лазерных пушек херячить. Черт, 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 черт. О, щелик, стой, стой, стой. Я тебя убью, я тебя убью. Отлично, отлично, отлично. Все? Кажись, да. Так, теперь мне нужны патроны. Для снайперки. Так, щит. Так, зайдем. Доберем. Так, я видел патроны для снайперки. Тихо, для гранатки. Так, сразу. Прокачиваем дальность. Инвентарь. Так, пистолет. Меняем. Но это не то, что мне нужно на самом-то деле, поэтому ищем для снайперки пули.
Снайперки пули. Для снайперки пули мне нужны. Пипец они, чем они вообще стены обрисовывают? Мне ж интересно стало. Как малафинка какая-то. Водосток. Восток, водосток. Бежали наверх. И где? Где-то снизу, окей. Пока перезаряжусь. Эмили Довер, невероятно, настоящее чудо. Мистер Нина сказал, что... Ладно, убираем. Короче, я не буду тратить время, гус, по фасту все делать. Emily and I are off to Pandora to start afresh. Yes, you will. I don't know who or what that watcher alien is, but thank you. Так как это благодарить тебе, но спасибо. This is my kind of holiday. Маленький безбашенный летчик. Маленький летающий летчик. Что ты скрываешь, маленький летающий летчик? О, от нас оказывается несколько кнопок, теперь нужно ввести правильную последовательность, чтобы прекратить поток. Для опытного искателя-хранилища вроде для тебя это должно быть легко. Так, давайте я пока ничего не наклацал. Хотя ладно. Я думаю, эта локация не должна что уничтожиться. Так там кажется, что-то есть. То кажется. А, это у нас все коррозия, ну нафиг. Что ты заткнись, нос? Я пытаюсь спасти этих няшек, а ты... Утопить их пытаешься? Подожди. Так. О, ну все. А, подождите, я должен был все. Я думал, я должен был этот сделать. Отлично, слизи больше нету, и няшек мог тут вылезти из. Развиться свое удовольствие, а теперь переставь эту тварь нижнюю и спасти. Чё? Что это за бардак? Здесь, конечно... Лучше, я думаю, здесь запустить. Торг. Какие-то жуки. Давай. О, хил. Воу.
Ты видишь, что ты сделал? Ты создал этих тварей. Мочи их! Мочи, мочи, мочи! Пипец мало урона я им наношу слэмом. А вот здоровье счет. Убей, 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 убей! Осколок. Убить Токаревска. Все? Так, все, можно возвращаться. Да, давайте тогда здесь я облутаю, посмотрю, что еще есть. У нас там еще есть местность, куда я могу пойти. Ай, пусик. Еще для снайперки. Кислородный баллончик. О! Либо патроны, либо оружие. Модификация гранат. Странная синяя фигня. Довольно странная синяя фигня. Так, там есть проход какой-то. Но я думаю, мне туда не нужно. Пойдем по этому тогда. По мосту. Так, у меня уже 70 патронов, это довольно много. Мне осталось скорострельность до хера прокачать. Чтобы вообще было... О, ккк. Что это за красная линия? Воу-воу! Тихо-тихо-тихо! Да, если я их не убиваю, мне дается этот еще шанс. Ремембе. Запомни меня. Ну блин, ну вы чего? Ой, граната, кажется, полетела. Он, походу, за этим, да, спрятался? Кто кого, ага. Ну ты почти справился, слушай. Там, я думаю, смысла нету идти. Там ничего не будет, а вот тут что-то есть. Просто деньги? Просто деньги. Так, дышим воздухом и побежали. Так, сейчас туда спустимся. Какие-то пещеры пошли. Надеюсь, там локации новой никакой нету. А то я, рели, получается, зря сюда что-то быстро пришел. Да не, здесь одна локация. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Я тебя понял, чел. 12 уровня бомжик. Охренеть. Yeah.
О, убил. Ой-ой-ой, стоять. Мне нужен... Это сейчас сдохну. Умри, 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 умри. Пипец, она жирная. Жирная херня. Так, мне главное не подохнуть. Это самое главное. У меня хп, блин, что-то на нуле. А хилки нельзя покупать, как в первой части. Чтоб именно были с тобой. Что с тебя попадало? Камешек, это хорошо. Нету места? Серьезно, нету места? Вводим. Модификацию. Заюзаем. Ух, хилка. Да на тебе. О! Ни хрена себе. Ни хрена себе! Это мне вот эта хреновина так сильно надамажила? Вы издеваетесь? Пипец! Заморажу! Надо, пожалуйста. Мысли. Если, блядь. О. Нашел способ. Так, ну в принципе локацию, я считаю, зачистил. Следовал. Канал Хикстона. А, это еще одна пасхалка, ребят. Давай, 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 быстрее! Ладно, лед убьет.
Короче, в чем здесь дело? Вот этот монолит, это у нас пасхалка. Ух, сразу патроны мне восстановили все. Да, монолитик? Ладно. Ладно, 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 полетели отсюда. Ну, а считайте, тоже пасхалка. Мы убили врагов довольно высшего нашего уровня, чем наш. На сколько? На 3. Теперь осталось отсюда выбраться по-быстрому. Возьму пистолет, чтобы быть немного быстрее. Чтобы бегать быстрее. Тихо. Давайте я выкину еще что-нибудь. Шоу такого. Блин, урон молний. Так, выбросить. Она просто дороже стоит, поэтому я ее беру. Только из-за этого. Так, и снизу, да, что-то, да, было? Хилыч. Маленькая хилочка. Так, тут что-то у нас есть? Или здесь просто помойка славой? Походу, просто помойка славой. Тогда можно сюда выбираться. Вот там вот что-то еще есть. И туда довольно можно попасть. Давайте я, наверное, туда попытаюсь попасть. Только для этого мне нужно найти, куда ведет этот красный провод. Провод, куда ты ведешь? Окей, где-то там что-то наверху. Вопрос, как туда забраться? Блин, сюда не забирается. Да он не забирается, вот это плохо. Ладно, делаем таким способом. Да? Да, все. Так, сразу снайперку возьму. А этот меч такой еще мы не открывали, да? Давайте посмотрим, что здесь. Блин, поблизости нигде, да, нету торговки? Нигде. Обидно, печаль. Ой, тихо, а я такие пули, кажется, еще не подбирал. Не подбирал пулеметные. Ладно, тогда на выход. Можно тогда еще будет попасть туда, куда я думал, что потом не смогу вернуться. Так, у меня их 30-ка. В принципе, я еще могу рюкзак капнуть. Мне нужно возвращаться до черного рынка. Но мне придется возвращаться до черного рынка.
Так, полетели, тогда проверим, что у нас еще до конца у той стороны. Там только с помощью машины, видел, нужно перелетать. Так, Ансин. Получение урона, бустирует щиты быстро, бросает бустеры, с помощью которых вы можете подозревать щиты. Точно, у нас же эти есть модификации для гранат. Давайте гранаты модифицируем. Посмотрим хотя бы, какие у нас модификации уже есть. Штурмовые винтовки ладов стреляют быстрее, когда бла-бла-бла. Инвентарь. Поехали. Это, короче, наверное, на все пойду на продажу. Блин, снайперка. И снайперка, ладно, тоже на продажу. Здесь у нас электрический урон, обычный взрыв. Задержка взрыва. Может, электричество лучше взять? Я лучше электричество сделаю. Так, теперь модификации вас, да? Устройство коррозии, ПП ускорение, РПГ урон. Вот если была в снайперской винтовка урон, я бы ее взял. Физический урон 28. Точность к холоду. Блин, а что у меня вообще? У меня урон от оружия 12%. 12% от оружия, это много. Особенно если я критану. Так, урон от стихии, точность, шанс стихийного урона, перезарядка, скорость зарядки щита. Перезарядка. Когда поехали туда, там можно машину снова взять. Так, а далеко мне сдавать задание? Мне в смысле. Скорее всего, это доска объявлений. Скорее всего, то доска объявлений. Разместить машину, телепортироваться. Поехали. Мне почему такое чувство, что будет недолет. Тихо. Я, конечно, попробую. Да. Минус сколько? 5000 будет. Ну, 2500. А, тогда смысла не вижу туда идти. Так, машину создаем, телепортируемся. Ну, тогда полетели возвращать этот. Обратно нужно вернуть задание, сдать. Сдадим и пойдем тогда уже в этот. Блин, пожалуйста, только не врите, что задание... Не, задание здесь написано, что я могу сдать. Походу это, да, с доски объявления. О, слушайте, снайперка довольно хорошая. Скорострельность маленькая. Ладно, продам все. Задание, которое можно провалить. Вы взяли за выполнение задание, которое можно провалить. Если вы не успеете выполнить его за отведенное время или выполнить все условия, придется начинать заново. Кстати, вы очень нужны фронту освобождения Кордиуса. У нас сейчас серьезно не хватает активных членов. И Габи нарисовала.
несколько агитационных выехов. Захватите на нашей тонкой базе. Если у вас есть огненное оружие, захватите его. Огненное оружие? А если у меня... Слушай, а у меня нету огненного оружия, девчонка. Так, можешь щит какой-то себе взять. Вот этот взять. Так, царь. Ну я плакаты то возьму. Дело в том, что у меня оружия нету огненного. Ладно, давайте тогда по-быстрому выполним ее просьбу. А, миссия еще не началась. Это хорошо. Если миссия не началась, в принципе, можно здесь и остановиться. Давайте я так, наверное, поступлю. Погнали внутрь. Закончу серию, сохранюсь. Нужно отрендерить тогда записи уже, которые есть. И тогда продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Давайте, ладно, сейчас сделаем это. И так, скорость зарядки щита, шанс кинуть оружие, задержка заряда, урон в ближнем бою, максимум здоровья. И всем пока.